Здоровенько, 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 еще разок. Короче, сделаем растопырку по-быстрому. Так. Новый. Здесь она его, не знаю, что. Короче, ей надо. Попугаем. Так, это не обязательно. Пока лежит пока. Так, короче говоря, ребят, расческа завтра приедет. Я рассказывала об этом. Сейчас мы быстренько сделаем растопырку. Пока нет никого. Загасить надо вот это вот. Большие. Я же их вообще маленько стукнулась. Я же их как бы не ем. Да. А мне охота их купить. Они красивые. Мне все равно их охота купить. Понимаете? Детям. Пускай они радуются. А я радуюсь за то, что я им купила. Мне приятно. Мне нравится. Сосиски одна по две. Одна по две штуки. Я сразу убираю подальше, потому что мы сейчас будем еще, кроме этого, молчать! Степашки. Попугаем будем сейчас менять. Вот такие. Три. Виноградик. Детям. Три. Просто. Окурочок. О-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Соскучилась по курице. Короче, это салфетки. Одна-две. От кассы опять побежала докупать. Короче. Авокадо. Буду есть я авокадо, полотенчики тряпочные. Ну и, короче, вот такое. На пожрать кошки. Только брала, она все сожрала. Она все сжирает подряд, все жрет. На здоровье. Бегемот. Так. Сейчас будем мы садить эти сюда. Иди сюда. Клетка сломалась у нас. Клетка сломалась. Наконец-то, скажет, она попугаев пересадила. А чем она больше-то? Это выше, это квадратнее. Мне кажется, даже это больше, чем вот это будет. Хрен его знает. Сейчас буду доставать. Видите, клетка-то? Ну, она дно, короче. Дно. Дно сломалось. Ну, не то, что чтобы сломалось, но оно, короче, вылетает. Вон, видите? Там эта фигня сломалась. А паять некому, а! Шизиков не держу больше. Пошли. Кто первый, кто смелый. Пойдем, мои зайчики. Пойдем. Пойдем, остатки. Иди. Тихонечко, крылышком. Мы уже тут, а! Господи! Нажралась! Опять меня убирать! Ну чё, долго я вас буду вылавливать? Да господи ты, боже мой! Синий! Синявка! Ты же самая смелая у меня! Пойдем. Пойдем, мой хороший. Вот они какие горюки. Кошки здесь не боюсь. Я боюсь, что вылетит. Обе еще, кстати. Еще и дверь раскрыта. Пошли. Вот, ко мне садись. Это надо Сабрину было ждать. Сабрина их с руки кормит. Так, кешка. Все, я не буду с тобой больше играть. Не хотел по-хорошему? Пойдем по-плохому. Вот ты мои сладкие мальчики. Ты чего? Зараза ты корявая. О, зараза. Вот сыпануло-то, а. Себе сейчас. Это уже тут как-то.
Сейчас я вам пойло налью. Жрать положу. Сейчас будете хорошо слушать. Сидеть смирно у меня. А вот еще третью палку можно достать отсюда. Третью. Сейчас я ее отковыряю. Вот. От старой. Еще можно третью сделать вот сюда вот. Да? Только что-то она не... А, во. Повыше можно еще сделать одну, да? А какая я молодец, Аленька. Я третью сделала нахер. Во. Только что-то надо было ее с краешку немножко. Вот сюда. Чтобы они друг до дружки на башку не срали. Вот она. Видите? Вот она. Я махаю вам ручкой. Вот так вот. Ядрена корень. Все? Все дома? На, знакомься. Клетку не урони. О-о-о-о-о. Пантера ядрит, кудрит. Что делает, зараза? Пересыпаю чеплашку. Вот натворили мне дела с этой рыбой. Жучки. Где мой комбикорм? Что ты запрыгала? Она здоровается с ним. Лапы. Ой. Извините, вы уже... я уже давно здесь. Я забыла. Оп. Хватит рыпаться. Смотрит, как она на них. Ищи ты. Какая. Иди отсюда. Ты чё? Вот. Ешьте на здоровье. Вот. Вам пожрать. Корм насыпала, сейчас водички насыпаю. Наблюдайте. Водички нальем сейчас. Из чайника. Я кипяченую только подаю. Кипяченую всегда воду только даю. Не даю я это. Сырую. Или из магазина вода. А, зараза, еще кусил за ногу кто-то. Ну что? Пускай сидят на этой клетке. Вот. Сидите, пыхтите, дрищите. И я буду убирать конфетки. Жвачки это или конфеты, на, вот это я отдам, а яйца я спрячу. На потом. Сразу все отдавать жирно. Надо чуть-чуть давать, потом не давать. Вот эти я сейчас сниму, помою. На черный день, да ведь? Они же тоже пригодятся потом, мало ли. Надо будет. Кому-нибудь. Чего выбрасывать-то? Как шлем надел и пошел. И все. Я бы сейчас с удовольствием бы ее тюкнула. Как ее жрать и с чем? Я хрен его знает. С чем ее едят, ребят? Иначе не мытая, зараза. Ее помыть еще надо. Это я в сарайку унесу. О, я же здесь можно выкинуть. В сарайку. Надо еще бумажку постелить сейчас. Бумажку постелить на какашке. Вот. Чтобы когда срали. Вот, видите, они уже насрали, зараза. Вот засранца, а! Сейчас никуда не уходите, будем бумажку стелить. Я что тут? Зря клетку покупала, что ли? Вот. Постелить бумажку, чтобы всегда было аккуратно выкинуть какашку. Вот.
чтобы прилипло получше. Вот. Видали? Фирма Кукиш, хрен где купишь? Ай, Иринка, Иринка, не хватает у тебя с головой. Нормально все. Всем добра и всем удачи!